Всем привет, друзья! С вами снова я, Оля. Сегодня мы посмотрим с вами целых два кавера от группы Nemophila. Да, если вы не видели предыдущие мои реакции на их кавер-работы или же вообще реакции на группу Nemophila, то ссылочка на плейлист я оставлю в описании. Вы можете перейти и глянуть. Ну а сегодня у нас новенькие две кавер-работы. Shimmy, что в переводе с японского означает пятна, и Roser, что в переводе с английского означает розовей. Данные каверы попали к нам на канал благодаря заявочкам от Стаса. Стас, большое тебе спасибо за поддержку канала. К сожалению, оригиналы я не слышала, поэтому сравнить не будет ни с чем. Но, тем не менее, Стас написал мне о том, что данные треки совершенно разные, да и с оригиналами их сравнивать незачем, поскольку Nemophila группа такая, что даже я уже сама в этом убедилась, что они не пытаются исполнять кожи к оригиналу. Они исполняют треки в своем стиле, что очень-очень круто на самом деле. Это намного круче, чем пытаться повторить, пытаться, так сказать, слезать оригинал, поэтому это меня радует. И также Стас написал мне, что данные треки совершенно разные по стилю, по вайбу. Он меня предупредил, что, например, в треке Shimmy у Mayu голос варьируется в трех разных позициях, то есть от такого фирменного ее голоса, да, до более милого, кавайного стиля, что очень-очень интересно. И также в Roser песня будет исполнена не в мощном стиле, а именно в настоящем голосе Mayu. Очень интересно, но мы здесь все собрались не для того, чтобы оценивать схожесть к оригиналу, а вообще я пришла сюда, чтобы насладиться в полной мере пением Mayu и просто исполнением девчонок. Я пришла ради этого, я думаю, что вы тоже, поэтому давайте поскорее посмотрим, заценим и просто насладимся, как всегда. Так, с какого трека начнем, ребята? Давайте, который постарее, наверное, постарее, постарше. Так, один 8 октября 2021 года, другой 1 октября. Ну, давайте начнем, который 1 октября, собственно. Треки довольно свеженькие, то есть им где-то полгода всего. Начнем с песни Roser. Luna C. Я не знаю, кто такая Luna C. Извините, ребята, извините. Все, поехали. Что мне нравится в японских песнях, что они неожиданно начинаются. Не перестану это повторять. Так, уже слышу голос Mayu. Так. Не пойму, девчонки отдельно или вместе? Ага. Ну да, я уже слышу, голос отличается от того, что я до этого слушала. Тут прям чувствуется, что она его не напрягает, это прям ее голос. Девчонки в разных комнатах? Или что? То есть не вместе записывали? Так. Песня такая стабильная. То есть нет этих перепадов резких, высоко, низко, да, а к припеву. Все вот так, стабильно. Киллер. Классное название гитары.
Да, очень все стабильно. Мне очень нравится ее вокал. Очень красивый голос. Вау, так быстро 5 минут прошли. Не знаю, песня меня полностью поглотила. Мне даже как-то неохота было что-то говорить, просто хотелось слушать. Именно такой голос Маю мне прям очень нравится. Чувствуется, что нет никакого напряжения в голосе, и он у нее очень стабильный, как и сама песня, да, то есть тут не было каких-то резких перепадов, то мощный припев там, да, допустим, как это бывало в предыдущих песнях, у Иран, например, да, вспомните. Здесь все было очень спокойно, это, видимо, сама песня такая, но и в их исполнении это звучало очень так стабильно и спокойно. Как и писал Стас, здесь сама песня не подразумевает, чтобы ее исполняли как-то так мощно. В общем-то, особо добавить мне нечего. Исполнение мне понравилось, хоть и сама песня не совсем мое. Я не скажу, что я ее прям постоянно буду слушать. Да, еще пару раз во время монтажа послушаю и уже точно буду знать, добавлю я к себе в плейлист и буду слушать постоянно или нет. Но, тем не менее, мое первое впечатление такое, что да, исполнение мне понравилось, энергетика, атмосфера самого клипа мне понравилась, но сам трек, вот сама песня, не скажу, что мое. Что ж, давайте посмотрим второй кавер на песню Shimmy. Поехали! Опять начинается с Таму. Ого! Да, сразу чувствуется, что отличаются треки. Здесь уже начало мощное. Кто это? Это ребенок Таму? Милашка такая. Ого. Совсем другая энергетика, чувствуете, да? Ага, голос поменялся. Наверное, вот именно вот этот голос, который вот сейчас, мне нравится больше всего у нее. Девчонки записывают отдельно, да? У меня такое ощущение. Ого.
такой кричащий голос. Рычащий, я бы так сказала. О! Вот про что говорил Стас. Милый такой голосок. Ничего себе. Офигеть. Очень круто она владеет своим голосом. Меняет его совершенно в трех разных стилях. Это очень круто. Треска головой. Так, это второй стиль. Интересный способ хлопать. Все, завершили мы с вами просмотр второго кавера. Да, у меня слов нет. Во втором треке мы услышали три разных стиля исполнения от Мою. Да, еще раз скажу, что именно второй стиль, да, вот этот вот, ее естественный голос, мне так кажется, что это ее естественный голос, вот мне он больше всего понравился, как и в предыдущем треке. Вот этот рычащий, кричащий голос, я не знаю, как правильно это называется, но это как-то называется по-любому. В ее исполнении это звучит очень круто, но именно дело во мне, да, то есть мне такое не очень нравится. Вот этот кавайный голосок, конечно, я очень удивилась, я ожидала такого, потому что Стас написал, но я даже на секундочку задумалась, это точно поет она или нет? Но да, это Мою. У нее очень многосторонний голос, способный меняться по-разному, и она им мастерски владеет. Собственно, что касается самого трека, самой песни, опять-таки, не скажу, что это что-то мое. Стас, большое спасибо тебе за донатики, да. Если вам понравилось данное видео, не забывайте оценить его пальчиком вверх, подписаться на мой канал, ведь подобных роликов будет еще очень много. Также у меня есть второй канал, ссылочка на него, как всегда, в описании, или же вот здесь вот можете кликнуть, зайти посмотреть. Для киноманов, для любителей сериалов, дорам и все, что связано с фильмами, можете зайти, подписаться. Ну а на этом все, с вами была я, Оля, всех вас очень люблю, пока-пока!